Виктор Берковский – человек-праздник, человек, который к себе всегда притягивал людей, и вокруг него обязательно что-нибудь крутилось. Поэтому он, по-моему, никогда не исполнял свои песни один. Всегда с друзьями, с единомышленниками. И вот, вот, конечно, мы сейчас продолжим «Али-Бабу», но уже совместно. Это самый первый номер этого мюзикла. Бард-опера. Что ты думаешь? Нет, за счет логика. Хорошо. Персия, 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 простой народ очень много силы песням отдает, целый день поет он и танцует вот, вот за что мы очень